Куколка 28 евро. Упаковки. Такая вот. Заберите, говорит, меня отсюда. Домики. 6,50. 15 евро. Ручная работа. Деревянные изделия. 12 евро. Рюмка, бутылка. 15 евро. Ангел с двумя свечами. В коробке. Здесь тоже. Бутылка в оловянном футляре. Кораблик здесь изображен. 20 евро стоит. Старенькая. Не знаю, даже еще. Может, возможно, это урановое стекло быть. Обычно раньше делали такие вещи с уранового стекла. Классная штука. Яхта. Кукла 35 евро 30. Коляски. Евро, малыш. Все фарфоровое. Головы, ноги. Картина. Ого. Дрейхундрахцах. Выро. 600. Подсвечник появился. Фарфоровый 10 евро. Это у нас забыл. Вот такой штемпель. Ваза. Миллероен Бог. Функционера. 15 евро. Такой вот ангелочек прикольный. Лежит. 12 евро стоит. Ангелочки. Это у нас гобби. Это тот фигура стоит 1250 евро. Описание здесь. Из дерева покрашено. Такой слон 250 евро стоит. Бронзовый. Да, бронзовый. Ну, картина здорово появилась. 20 евро стоит. Горы. Шкатулка 25 евро. Деревянная с музыкальным шпилюра. Чайничек 10 евро. Серебряный, к серебряной свадьбе. Кошка 32 евро. Графин стоит. Нахман 28 евро. Типа ваза с крышкой. 9,50. Это еще появилась бомбоньерка. Сейчас посмотрим мануфактуру. BL
Больше ничего не вижу. Цены тоже нет. Прайс, конечно. А, прайс хер. 12.50 стоит. Такая вот. Под серебро 36 евро. Такая вот. Старое покрытие серебром. Салфетница серебро сделано. 2 евро. Чайник 15 евро. Тоже под серебро, наверное. Там фарфоровый 48. 15. Это открывалка. 7.50. Два подсвечника по 50 евро. Ой, 3 на 1. Подлёт. Этот, наверное, я возьму. Так, что у нас тут дальше идет? Подсвечник такой вот. Классный. 28 евро стоит. Это я тоже возьму. Это я тоже возьму. Классный. Его 100 точно стоит. Дизал. Ваза так стоит, никто не купил. Линднер. Богемия ваза, 55 евро. Да? Где? Я. Татуя бронзовая. Стоит 40 евро. А может и не бронзовая, я сейчас посмотрю. Нет, это не бронзовая. Blue Leons коллекцион какой-то. Это видно здесь вот потерто. Что это? Вылито с чего-то. Просто покрашено. Старые такие. Кувшин непонятный такой. Медный. 45 евро стоит. Древний. Штемпеля там есть? Нет. Вот такая вот непонятная штука. Типа кувшина. 80 евро стоит. Тоже уже антик, наверное. Медная. Из меди. Так, что у нас тут? 45 евро. Лошадка. 40 евро. Фигуры. Так вот, птица 35 евро. Фазаны. Еще вот подсвечник 32 евро. Тоже старый. Такой вот. Это было. Всякие картины из дерева вырезана. По 15 евро стоит. Еще вот одна. Такая вот.
бисквитный. Фарфор. 12 евро стоит. Такая 20 евро стоит. Шкатулочка. 19. Мокпара 10 евро стоит. Молочник 18 евро. 15 евро. Тарелочка. Такой солдатик 50 евро стоит. Сейчас посмотрим. Делюк. Дукс. Чехословакия. Малыши лежат по 20 евро. Появилось 20 евро. Старец какой-то, что ли. Птица это от Гобеля. 45 евро стоит. Кто-то меня спрашивал. И 80 евро. Это кофейники. Холландия. Ваза голубая. 550. Это орлы. Это бутылки. Здесь вот горлышко открывается, коньяка, видать, 25 евро. Турецкие. По 25 евро стоит. Фужер. 20 евро стоит. 30. Ваза. 20. Бомбоньерка 79 года. Это вообще сухарница 39 евро. Маленько уценили, стоил 60 евро этот поначалу. А лягушка стоит 890 евро. Такая вот тарелочка 15 года, 30 евро, тоже уценили, 90 евро стоило. Кувшинчики 45 евро. Такие вот старые. Картина медная. Появился. 85 евро стоит. От Вильрой он бог. Книжечка, сертификат. Это вроде все было. Это все вроде было. Собачки вот. 28 евро. Прикольно. Мария Меткинд с ребенком. Большая фигура. 95 евро стоит. В интернете такая где-то 400 евро стоит. Там, смотря по росту. Так,
Так, вот такая статуя еще Иисуса. Видишь? Тоже старенькая. Вылета. Тоже бронза. Стоит 60 евро. Отлично. Штучка. Отличная фигура. Так, сова добавилась. 3,50. Угу. Фигурки из дерева. Лев. И такой вот еще один. По 3,80 стоит все лишь. Однозубые какие-то. У этого два зуба. У этого сломано, видать, было. Верхняя челюсть затесали. Наш не обманешь. По 3,80. Подсвечник. €3. Ваза бисквитная. 2,50 стоит. Только номер. Шкатулочка опять появилась. Вчера за 5 евро взял, чуть поменьше. Сегодня уже по 10 евро на ножках. Уже поломано, что ли? Отклеено. Так можно приклеить было, но хватит одной бы. Это подставка. Под салфетки, наверное. Типа вазы с ангелочками. Уже грязная, не знаю, что за материал, наверное, это даже итальянское какое-нибудь, по-немецки написано Хангемальт. Подсвечник опять на 3 свечи. Тяжеленький. 5,50 стоит. 5,50 стоит. В принципе, недорого. Можно взять. Вот так стоит. 19,50. Этот тяжеленький бронзовый. Его видно. Что это бронза. Тоже возьму. Так, что-то я вижу тут. Какой-то красивый. Кофейничек. Рейнфальц. €3,80. Недорого. Красивый какой. Бабочка. Тоже, наверное, возьму его. У меня дома есть.
чайнички возьму, небольшой такой пойдет, тарелочки к нему 80 центов. Можно троечку сделать. Конечно, мало к нему. Чашек нету больше. Ни молочников. Да, жалко очень, что больше ничего нет. Так, тарелочки 40 центов. Расколото. Расколото, и это расколото, это у нас Шонвальд, красивый лес. Валькюре Байройт. Двоечки, две двоечки. Стоят всего лишь. Так, решил я чайник все-таки не взять. Можно было комплектом взять, но одна троечка его не спасет. Ну, сегодня кошельков каких только нет. Пожалуй, 50. Кто-то свою коллекцию кошельков сдал. Чуть получше 5,50. Портмоне. Это очищенцы. Всякие разные. Там очки, два ящика, а здесь крышки для кастрюль, здесь вилки, ножи всякие старые, половники, короче, все для кухни, кастрюльки, мультиварки. Тарелочки 50 Моденхина. Здесь сегодня кувшинчики тяжелые появились, всякие разные, 7,50, 9,50. Из бронзы, конечно, тяжелые, 30 евро стоит. 30, этот, наверное, 25. Нет, 12 евро. Это потяжелее, 30 евро. Это чуть полегче, 12. Чем связано, не знаю. Здесь, наверное, вот штемпель, что есть. А здесь нет ничего. Поэтому и дороже. Массив мессинг. Мессинг — это бронза. Так, ладно, пойду платить. Я там набрал сегодня евро на 150, наверное. Пойду за все платить. Поеду домой. Все, всем пока. Так, вот мои покупки. Макдональдс с ребенком 95 евро стоит. Подсвечник 5,50, это 28. Этот фляша 20 евро. И бомбоньерка 12. Такой вот сегодня на 165 евро закуп у меня сегодня такой получился. Редкие вещи.
пришло взять. Все. Всем пока.